выбираюсь из клуба. Сзади кто-то окликнул: «Эй, Буба!» Прибавляю шаг, прикуриваю нервно. Надо было выходить через служебный. Снова голос: «Здравствуйте, Буба!» И улыбается улыбкой беззубой, подмигивает под подбитым глазом. Кто такой? Похож на всех сразу. Ну ты, Серега, ковбой, слышал твою песню «Вечно молодой». Остальное творчество мне непонятно. Неужели тебе самому приятно? Я говорю: «Ну я-то ковбой, а ты-то, дружище, кто будешь такой? Ты при всей своей неопрятности нарываешься на неприятности». Ответ был как удар током. Я идол советского рока, прибыл с берега истины, все наболевшее высказать. Ты что творишь? Ты погряз в пороке. Кто так выглядит в русском роке? Что за песни? Сколько соплей? Ты позоришь меня, Сергей. Кто в Москве, кто в Австралии, а ты с Шахриным все на Среднем Урале. Если не будешь дружить с головой, не бывать тебе, Буба, суперзвездой. Брось эти фокусы, иначе конец. Это приказ, Сергей Бабунец. Сказал и исчез, словно ветер унес. Кто это был и что он тут нес? Может, у него какое-то горе? И что мне теперь, повеситься, что ли? У каждого в руки свои пороки, давно пора извлекать уроки. У каждого в руки свои пороки, и вот мой парус такой одинокий. Белеет мой парус такой одинокий. Белеет мой парус такой одинокий.